пока про него мешочек с 30 сребрениками, за которые он продал, предал и продал Иисуса Христа. Поворачивается Иуда к нам лицом и как бы взвешивает эти денежки, наверное, думая, праведные действия он совершил или нет. Первая пара за Иисусом Христом – это апостол Петр, в руках у него ключи от рая. Рядом с ним Андрей Первозванный, вторая пара – Иоанн Богослов, рядом с ним Симон. Следующая пара – Матфей, также Богослов, рядом с ним Фома неверующий и остальные апостолы. Некоторые части фигур движущиеся, апостол Фома размахивает пальмовые ветви и поворачивает головой. Ну и руки некоторых апостолов тоже являются движущимися. Ну вот эти часы, как я уже сказала, они были пущены 4 ноября 2011 года. Создателями являются также лаборанты, студенты, педагоги лаборатории лесотропной системы Поволжского технологического университета. И опять же, так же как прежние часы марийские куранты, они создали абсолютно новый механизм. Надо сказать, что здесь два механизма сосредоточены на одном приводе, управляются с помощью компьютера. И вот такую картину мы с вами сегодня увидим. Как я уже сказала, каждые 3 часа действуют эти часы. В ночное время апостолы отдыхают. Во время прохождения апостолов звучит песнопение православное монахов Сретенского мужского монастыря «Да молчит всяка плоть человечья». Эта духовная музыка исполняется только в трансмилию перед Пасхой. Ну и, конечно, трудился, еще раз повторюсь, огромный коллектив. Это и художники, это и компьютерщики, это и инженеры, которые рассчитывали действия всех этих механизмов, и скульпторы, и многие-многие другие. Вот такие часы, вторые часы, которые мы с вами увидим здесь, в городе Яшкар-Ола. И привлекают они, конечно, внимание большого количества людей. Даже вот находясь сегодня на этой площади, вы уже поняли, что здесь еще 2 туристических автобуса. Вот буквально сначала всегда сразу на ветер, по-моему, будет с Благовещенской. Все, я и дальше. Thank you.
А, это у самих своего, да?